Пару слов о том, что сегодня предстоит. Вы, наверное, видели все афиши, знаете о лейбле «Геометрия». Сегодня 10 лет лейблу. И этот фестиваль сегодня именно приурочен к десятилетию компании «Геометрия», и который считается, наверное, и остается единственным лейблом в стране, который издает изначально, у них был план, не массовую музыку российского производства, такой продукт не для всех. Это редкие образцы русского рок-авангарда, андеграунда, переиздания самых разнообразных и впечатляющих пластинок за последние 20 и более лет. Также символично, что сегодня 10-летний юбилей «Геометрии», и на сцену выходит 10 артистов из числа тех, чьи альбомы были выпущены на лейбле «Геометрии» за 10 лет. То есть есть какая-то еще тут чисто такая цифровая символика.